Мир вам, рабочий метод. Мы хотим поделиться немножко о укрывке, именно о укрывке во время покраски, потому что это немаловажный момент в укрывке. Неправильно укрылся, опыл, пыль и прочее, Очень много попадалов было у нас на начальном этапе, когда мы эти моменты не учитывали. Сразу хотим поблагодарить своих коллег, потому что очень много информации мы черпаем о укрывке, о вот этих хитростях из всевозможных мессенджеров, то есть это и на каналах, и ну везде. Хотим поблагодарить всех сразу оптом. Где-то дорабатываем, где-то доводим, ну как всегда, к своему рабочему методу. В общем, вот так вот примерно выглядит укрывка, которую мы немножко сейчас доработали, подработали под себя. На ходу ролик укрывка. Все по совету коллег абсолютно не сложно. Будем применять, когда все надо чистить. Хорошо, когда есть общение между коллегами. Тебя направляют. Иногда не хватает мысли немножко. Ой, я чувствую, что надо вот как-то так. Потом узнаешь от коллег, которые раньше до этого задумались. Крышка для него в принтесе. Это для дверей уплотнителей. Когда двери надо двери ставишь. Если это ставил кишку вот в колеса? Нет. Вот такая же фигня была хорошая. Панельные дома когда строили раньше. А между ними вот эту вот такую же фигню сували. Но она, конечно, поплотнее. И мы вот ее вместо камеры засовывали. Вместо камеры засовываешь, и все у тебя считай. Не надо закачать, ничего не пробивается. Способами укрывки, переукрывки, потому что это все знают, насколько это важно. Ну, когда здесь точно начинается. Это склейка какая-то на заводе. Нифига себе. Вот он спит. Короче, в две стороны пойдет. Чисто все это головоломка, чтобы мозги всегда работали. Так, еще вот хотим тоже поделиться вот этой вот штучкой. Вот. Первый раз попробовали, тоже у коллег увидали, подсказали нам. Это вот эта дверь. Очень, вот сейчас мы уже отработали с ней, очень удобно было. Мы закрылись там и, как говорится, как в шалаше, как в палатке отработались. Нас, во-первых, никто не заходил, не мешал, не отвлекал, потому что работа покраски, сами знаете, очень напряженная такая. То есть готовишься, можешь готовиться там неделю, а красишь 20 минут. Но вкладываешься в эти 20 минут. Также у тебя не вылетает опыл никуда, никакого сквозняка и прочего, и прочего, и прочего. Спасибо за подсказку. Так, выглядит она, короче, вот так вот. Вот. Сейчас тут сквозняк. Здесь замочек застегивается. Вот, сейчас застегну даже. Застегивается. Да, держит. Короче, вот такие двери, кто-нибудь пользовал? Вот мы первый раз спецдвери на замке. Ты где высмотрел? Где ты высмотрел? Тоже высмотрели, вот первый раз делаем. Когда нет третьей руки. Он не хотел, я покрасился.
Вот так глубоко думаешь? Да. Сейчас он достигнут и растянет. Сейчас я достигну. Там у него два замка. Как палатка. И там? Вообще. Крутышинская. Ладно, всем привет. Увидимся. И также хотим еще больше информации о том, как вы укрываете, так что пишите в комментах. Где-то, если увидели то, что мы немножко неправильно делаем, тоже ждем комментариев, подсказок. Этим и живем.